Саперы – это люди, которые ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы защитить других. Их работа требует высшей концентрации, хладнокровия и мужества. Героизм саперов часто остается в тени, но благодаря их самоотверженности мир становится безопаснее. В честь 5-летия формирования инженерно-саперного батальона войсковой части 44-859 героев нашего времени наградили дипломами и нагрудными знаками. Батальон 2019-го. Этот батальон был основан в 2019 году. С тех пор он успешно обезвредил более 2 миллионов единиц особо опасных взрывчатых веществ. Впереди у них еще много работы, и я уверен, что ее продолжат настоящие мужчины нашего инженерно-саперного батальона. Большое спасибо всем. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях неоднократно подчеркивает значимость военной службы и роль саперов. Он отмечает, что сильная армия является основой национальной безопасности. А труд саперов, занимающихся разминированием и обеспечением безопасности граждан, заслуживает особого уважения. По словам президента, военная служба не только укрепляет обороноспособность страны, но и является символом патриотизма и высокой гражданской ответственности. После официальной части мероприятия состоялась концертная программа, которая внесла особую атмосферу в праздник. Артисты городского дома культуры и талантливые военнослужащие исполнили патриотические песни, вдохновив собравшихся и создав праздничное настроение. Зал заполнился аплодисментами, и каждый присутствующий ощутил гордость за свою страну и ее защитников. Елена Карпенко, Александр Крапивкин, информационная служба телекомпании ОТРАР.